Более сотни компаний из 15 стран примут участие в выставке ТИБА-2018. Форум стартует в понедельник. Центральной экспозицией станет стенд «IT-страна Беларусь». Резиденты ПВТ покажут онлайн-сервис для ведения точного земледелия, система автоматизации продаж через интернет, мобильное приложение для мониторинга женского здоровья, костюмы виртуальной реальности и парящие голограммы. Мы сегодня рассматриваем активизировать развитие цифровых процессов в реальном секторе экономики, таком как сельское хозяйство, промышленность, транспорт, энергетика. Вот основные наши, так скажем, валообразующие отрасли, где нужно нам серьезно еще поработать. Также сегодня стало известно, что на объектах вторых европейских игр в Минске, это спортивные площадки, гостиницы, будет бесплатный Wi-Fi, бесперебойная связь должна быть обеспечена и на транспортных коридорах.